Всем привет, это Like News, с вами Кристина. Сегодня такой прекрасный осенний день, и я решила записать видео именно на природе, в парке, так что, надеюсь, будет интересно. И сегодня я хочу вам показать крутые покупочки к Хэллоуину. Поверьте, сегодня будет на что посмотреть. Итак, начинаем! Первое, чего бы я хотела начать, это линзы от суперглазки.ру. Они прислали мне вот в таком пакетике линзы. Линзы мне пришли вот в таких маленьких контейнерках. Я заказала именно красные. Я думаю, вы уже много раз их видели на видео, но сегодня я решила вам их показать вживую, так сказать. Еще мне вдобавок прислали вот такой крутой контейнер «Пандочка». Здесь внутри еще есть вот такие вот щипцы для линз. Или как он называется? Не щипцы, а как они? Здесь еще есть вот такой маленький пинцет для линз. И... ой... и вот такой черно-белый контейнер для самих линз. Был еще вот такой дополнительный контейнер, то есть мне всего прислали их два. В подарок еще положили вот такое средство для промывания линз. И наложили кучу конфет вдобавок. В общем, очень приятная такая посылочка. Эти линзы пришли мне очень быстро, буквально за дней 6, наверное. И я договорилась с магазином и выбила для вас скидку на линзочки к Хэллоуину, так что каждый из вас может их заказать. Кодовое слово будет под видео. И следующий сайт, с которого я уже заказывала неоднократно, это BankGood. И здесь у меня будут только хэллоуинские жуткие товары. Итак, давайте скорее смотреть. Первое, это вот такой пакетик. Давайте порвем его, посмотрим, что там внутри. Это, да, такой... а, тут несколько татуировок. Нет, это реклама. Да, я думала, если честно, что они будут несколько больше. Это вот такие вот, как бы, переводные татуировки для тела. Там было несколько видов, но я заказала именно вот такие с порезами и зашитыми ранами для хэллоуинских видео. Правда, они пришли немножко поздновато. Но я их хочу использовать для рисунков к Хэллоуину, так что будет тоже интересно, я думаю. И следующая крутая вещь – это вот такая классная ведьминская шляпка. Она мне очень понравилась. Стоила она достаточно недорого, и я решила ее взять, потому что я часто снимаю видео о Хэллоуине, но плюс еще у меня иногда выходит видео по Гарри Поттеру, где вот такая шляпа была бы прям очень даже кстати. Вот так она смотрится на мне, мне безумно понравилась. Она приятная на ощупь, классно на мне сидит. По-моему, она просто клевая. И для любого костюма она смотрится идеально. И следующая покупочка. Вот такая крутая паутинка. Хочу пить уже. Вот такая паутинка. Она очень милая, крутая, достаточно длинная. Вообще, это была паутинка для украшения каминов или каких-то таких интерьеров дома. Но я померила ее к моему костюму на Хэллоуин, то она прям вот вписывается в костюм. То есть это не только украшение для интерьера, но и можно использовать в качестве такого декоративного элемента для платья или костюма. И следующая вещица, это вот такая, тут, кстати, бирка не снята. Ага, все сюда. Это вот такой крутой фонарик Джека. Я уже успела с ним ознакомиться, и лично этот фонарь мне не очень нравится из-за того, что, во-первых, есть несколько минусов. Он наполнен какими-то странными шарами, которые... ой, еще вот еще один минус, кстати, что ручка вылетает постоянно. Шарики, которые на... шарики, далее. Шарики, которыми наполнила. Шарики, которыми наполнена эта тыква, они высыпаются, вот так они сыпятся. Когда я получила эту посылку, у меня просто вся квартира заполнилась этими шариками. Не знаю, зачем они их кладут. Может быть, из-за того, что он так приятно гремел, но лично мне это не особо нравится. Сама тыква очень клевая, но если ее просто поставить куда-нибудь на стол или украсить интерьер, но не более того, брать ее просто невозможно, потому что ручка туда-сюда ходит, и вообще она какая-то очень хлипкая. А, она же, кстати, я же забыла сказать, она тут на батарейках, и можно включать. О, тут такая же проблема, тут вот такой фонарик Джека. Если честно, я думала, он будет несколько больше. На сайте он был такой увесистый, массивный, но тут вот пришла вот такая штучка, и опять же, вот эта ручка, она постоянно вываливается. То есть тоже эту штуку можно поставить куда-нибудь на стол и не трогать. И она еще включается, мигает разным светом, но тут не видно, потому что здесь светит.
Это надо дома. Я на монтаже вам потом покажу, как она светится. И следующая вещица – это крутейшее платье на Хэллоуин. Оно состоит из трех вещей. Это вот такая вот накидка на платье. Следующее – это само платье. И перчатки. Этот костюм мне очень понравился, вот так он на мне сидит, мне нравится в нем абсолютно все, ткань идеальная. Она приятно прилегает к телу и вообще смотрится достаточно интересно. На сайте был один размер, и мне он подошел идеально. И, кстати, к этому костюму идеально подходит вот эта шляпка. В общем, получился такой крутой комплект на Хэллоуин, так что если вы ищете какой-нибудь мистический костюм, празднику, то для карнавала вот этот подходит просто бомбовски, так что всем советую. Конечно же, и поставим ему единорожка. И следующая покупочка, которую хочу вам показать, это вот такая крутая серая блузка. Она мне сразу же понравилась на сайте, и я решила ее заказать. Она приятная к телу, она идеально на мне сидит. Я просто фанат вот таких вот странных рукавов. И еще что круто, здесь рукава могут делаться и вот так вот фонариком, как они здесь сделаны. Можно их немного завернуть, и будет вот такой вот более изящный рукав, когда станет жарко, например. В общем, куча плюсов, она крутая, она красивая и просто невероятно мне нравится, так что, конечно же, ставим ей единорожка. И следующая покупочка – это вот такие крутые сапоги от Купи VIP. Вот такой огромный пакет еще мне пришел. Очень удивилась, но эта посылка мне пришла буквально за дня 3, то есть очень быстро. Это, по-моему, самый быстрый мой заказ. Я уже рассказывала о них, вы даже помогали мне выбирать сапоги. В общем, я решила остановиться на черных ботфортах. Здесь еще кучу всего мне прислали всяких плюшек. Так, это мне подарочек был, гель для стирки. И там еще что-то. Так, и вот такая коробочка. Смотрим, что там внутри. Каждый сапожок в отдельном пакетике. Это вот такие крутые ботфорты. Они очень длинные, прямо как я люблю, как я и хотела. Это натуральная кожа, они качественные, итальянские сапожки. По такой цене я их купила по большой скидке. Вот так они смотрятся на мне. Мне безумно нравится, как они сидят, они удобные. Правда, я хотела чуть побольше каблук, но и с этим мне тоже очень нравится. Это просто идеальная обувь для осени. Вообще, я боялась заказывать обувь онлайн, потому что насмотрелась на видео других блогеров, которые говорили, что им часто не подходила обувь по размеру. Но в этот раз я решилась, и этот первый раз вышел просто идеально. Мне подошло все по размеру, так что да, крутая покупочка, всем советую. Следующие покупочки с сайта New Chic. Я уже не раз там заказывала, в этот раз тоже у меня будет несколько вещичек оттуда. И первое, что я вам покажу, это вот такой карман для автомобиля. Если честно, я им не очень довольна, потому что я заказывала абсолютно другой цвет. Он был такой крутой, с овушками. И вот такого цвета с машинками даже не было на сайте. То есть я не знаю, почему мне пришел именно такой цвет. Но штука достаточно удобная. Мы уже ездили с ней в другой город. Сюда мы помещаем планшет, то есть Алиса сидит и смотрит мультики через вот эту штуку. Там можно поставить всякие баночки, бутылочки, тут достаточно все удобно. Единственное, что подкачал цвет. Ну ладно, вещицы я все равно довольна. Следующие вещи я просто очень довольна. Это вот такой крутой белый коврик. Естественно, это искусственный мех. Он смотрится тоже очень красиво, я давно его хотела купить. Такой продается в разных магазинах для дома, он сейчас очень модный. На сайте он стоил достаточно символическую цену, я не помню, но посмотрите по ссылочке под видео, сколько он сейчас стоит. Я уже несколько фотографий делала на этом фоне, и все получается очень красиво, так уютненько, по-домашнему. В общем, конечно же, ставим ему единорожка. Еще с этого сайта я заказала фонарики на стену, но, если честно, мне просто не везет с фонарями, вот такими, которые во всю стену. Как они называются? Фонарь-занавес. Первый свой занавес я заказывала на AliExpress, и там мне он пришел в нерабочем состоянии, там была просто нерабочая вилка, она была сломана. Продавец отказался мне вернуть деньги за нее и больше не отвечал на сообщения. Хорошо, что папа у меня разбирается в электрике, и он ее кое-как починил, она работает, вы много раз видели у меня ее на видео. И в этот раз я решила заказать тоже такую же гирлянду, чтобы у меня было два занавеса. Как только я включила ее в розетку,
практически все лампочки перегорели. Я не знаю, в чем дело, почему мне так не везет на эти гирлянды. Но да, вот теперь вот такая дорогая гирлянда, и она не работает. Очень обидно, так что, сами понимаете, хорошей оценки я за нее поставить не могу. И следующая покупочка — это опять же фонарь к Хэллоуину. Я заказала, как видите, несколько фонарей. Не знала, какой из них будет лучше, но вот этот пока мне нравится больше всего, по крайней мере, все-таки вылетает из него ручка, но, по крайней мере, не так сильно, как на этих фонарях. Она вставляется плотно. Это какая-то для чего-то какая-то штука, непонятно. Он тоже светится в темноте, его удобно брать с собой, он такой приятный, такая классная веселая мордочка. Там было несколько видов таких фонариков, я выбрала именно с тыквой Джека, но просто мне больше понравилось. Так что да, его тоже мы поставим сюда. И следующая штучка, она тоже хэллоуинская, это вот такая силиконовая форма для кексов. Я еще пока в ней не пекла. Но очень хочу попробовать испечь что-нибудь такое на Хэллоуин, какие-нибудь кексики. В общем, да, здесь есть несколько мордочек. Все они очень милые. Мне нравится, что здесь есть 3 мордочки Джека. На сайте тоже можно было несколько разных других выбрать форм. Я выбрала именно это, но мне просто очень понравилось. Так что, да, тоже очень крутая вещица. Ставим ей 5. И следующая покупка — это вот такая вот свечечка. И опять же, я думала, что она будет несколько больше. Это искусственная свеча. Но хорошо, что здесь уже вставлены батарейки, то есть она горит. Смотрится достаточно реалистично. Тоже было несколько разных видов. Есть там и побольше, и поменьше. Можно собрать всю коллекцию. Там, по-моему, 9 штук. Я пока остановилась на этой. Подумала, если мне она понравится, я закажу потом еще другие побольше. Красиво, если поставить на стол вот вместе вот с этими тыковками, например. А эту штуку я очень давно ждала, потому что это крутейшая кружка для питья. Вот такая модная кружка, она мне очень нравится. Сейчас на многих инстаграм фотографиях у зарубежных девочек есть вот такая вот кружка. Мне тоже ее очень захотелось, потому что она просто идеально смотрится на сайте. Там есть разные цвета. Я взяла именно под розовое золото. Там еще есть просто золотая и немного другой формы. Я выбрала именно вот такую немного закругленную. Единственный минус, я не посмотрела, но именно в этой кружке нельзя греть воду в микроволновке. То есть вы можете наливать туда горячие напитки, но не греть ее. А так, в принципе, смотрится очень красиво, она модная, крутая, и я ей тоже очень довольна. Ну, ты стряхни его чем-нибудь. Он зеленый! Ну и что? Он зеленый! Ну, стряхни чем-нибудь. Да ладно тебе, он не кусает. Ой, он такой ужасный. И следующий сайт — это Rose Gold. Я тоже уже не раз с него заказывала. И мне пришел вот такой классный свитер с огромной вязкой. Он такой теплый, такой крутой. Просто идеально его надевать там в холода, ходить по парку, пить горячий кофе. Единственное, что меня напрягает, это вот такие вот огромные рукава. Я знаю, что китайцы вообще славятся этим. Они делают огромные рукава ко всем свитерам. Но когда оно сидит на мне, это больше похоже на пончо. Смотрится гармонично, ничего такого плохого я не вижу. На сайте, конечно, этого не было, но в целом мне свитер очень нравится, он крутой, теплый, естественно, мы ставим ему 5 с плюсом. И следующая покупка — это вот такая вот черно-белая туника. Она из хлопкового материала, прекрасно сидит на теле. Я ее заказывала для мамы, она сама выбирала дизайн, ей тоже очень понравилось. Вот такие расклешенные рукава, она прекрасно сидит на фигуре, в общем, тоже маме очень понравилось, естественно, ставим 5. Мерзкий клоп сидит! Фу! И следующая вещь — это вот такая вот серая кофточка приятного серого цвета. Там можно было выбрать несколько оттенков, я остановилась именно на этом. Здесь хорошая добротная такая молния, есть застежка под горло, то есть холодно не будет, продувать ничего не будет, и вот такие вот петельки. Они больше как для дизайна, но тоже смотрится интересно. Единственное, что на сайте было написано, что это курточка, но для курточки она тонковата, так что просто как теплую кофточку ее иметь можно. И смотрится она красиво, и вообще кофточка суперская, так что ставим мне, естественно, плюсик. И теперь наша рубрика приветов. Первый привет улетает. Соник Котик, тебе большой привет от меня. Саманта, передаю тебе приветик от Like News. Татьяна Благочинова, тебе приветик от меня. Вот такие мои покупочки были на сегодня. Надеюсь, они вам понравились. И пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. И будьте креативными, а я вам в этом помогу. Очень скоро мы с вами увидимся. Пока!
Thank you.